Братан, послушай, дерьмо реально. Братан, запускаемся. Я еще на своей суде, тот бит меня вкачал. Они спрашивают, типа, откуда стилек я скачал. Этот лазер, как указка, он реально стрельнет в качан. Но я еще не про капусту, а про твой, бля, ебал. Ладно, давай по-другому. Я не спал до 5 ночи, я записывал альбом. Меня лучше не беспокоить, типа, бля, реально не надо. Типа, бля, реально не надо. Типа, тебе реально не впадло. Я сижу за микрофоном, это мне реально не впадло. Типа, ты реально думаешь, что ты реально богат. Но это не манивай. То, что ты ведешь себя вот так, создаст тебе проблем. Чтобы подняться по левелам, есть много путей. Выбери один. Я не знаю, почему я так стилёк этот полюбил. Я читаю так угашено, типа я попал пил. Я читаю так угашено, броди, how do you feel? Братан, как это? Да вроде все нормально. То, что было перед глазами, это нереально. То, что ты делаешь за компом, это виртуально. То, что смог и фарил записал, это все фактуально. То, что ты ничего не знал, не спасет от наказания. Так много треков записал, бери анрелиз. Утром захожу за комп, это уже белый лист. Ты типа реально думал то, что я помню? Я даже забываю свои тексты, а ты о чем, бля? Так много текста в моем телефоне, как он не разорвался. Я зашел на этот бит, и я уже так сильно разыгрался. Но я сейчас не буду выходить на поле, нах-нах. Дорогу молодым, хотя я и так молодой, но я уже видел мир. Видел всякое говно, но в нем я был не один. Не один. А нас было двое, типа я. А еще и смог. Смог, или мы один человек? Я уже запутался со... Я уже не знаю ничего, запутался совсем. То, что у меня сейчас в голове, набит такой сейн. Ты так много говоришь, так много воды мы не в бассейне. И насчет тебя всегда были большие опасения. Я тебе не верю.